последнее время о возможном скором расставании принца Гарри и его звездной супруги сказал каждый, кому не лень. От экспертов и королевских писателей до психологов и простых граждан, которые наблюдают за полюбившимся сериалом. Не осталась в стороне и австралийский политик Тина МакКуин. Федеральный вице-президент партии «Либерал» в прямом эфире одного из местных телеканалов буквально взорвалась. Женщина высказала все, что думала, и явно не скупилась на слова. Так, по мнению политика, Меган использует своего королевского супруга, чтобы достичь определенных целей в жизни. И как только она достигнет этого, то тут же отправит мужа в утиль, так как он не будет больше приносить пользу. Уже сейчас, по мнению МакКуини, в паре наблюдается некий разлом. Меган уже сейчас манипулирует своим мужем и ведет его по темному пути, в конце которого Гарри останется совершенно один, заявила участница передачи. Кроме того, политик заявила, что Меган – искусный манипулятор, который все делает исключительно с корыстных целях. Вспомнила МакКуини и слова Томаса Маркла о том, как его дочь вела из всех веревки. Посмотрите на ситуацию с апелляционным судом. Меган и тут все вывернула в свою сторону, сделав вид, что забыла о письмах. В итоге виновными остались авторы книги, а Маркл вышла сухой из воды, подчеркнула женщина. Гарри страдает больше всего. Он оторван от дома, от семьи. Ему не к кому обратиться за помощью. И Меган это прекрасно осознает, поэтому продолжает целенаправленно лишать супруга родственников и близких. «Мне стыдно, что эта пара носит королевские титулы. Они их не заслужили», – заключила политик. К слову, недавно читала мнение, кого не вспомню, у меня старческий склероз, где было сказано, что пара через время сама откажется от титулов. Но произойдет это после того, как герцогинюшка плотно обоснуется в политике. Дескать, британские королевские титулы будут мешать Меган править, а делать бесплатную рекламу семействе мужа она не хочет. От себя скажу относительно книги и участия Маркла в написании биографии. В том, что авторы обратились в Меган, это сугубо их проблемы. Другие авторы биографии в герцогинюшке не обратились почему-то. Так что нет ничего удивительного в том, что имя Скоби стало чуть ли не оскорблением. А вы согласны с мнением эксперта? Ну что Меган использует Гарри, и что она искусный манипулятор?